Этот монумент установили в 1984 году. Именно сюда начала прорываться первая группа бойцов 55-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии. Высадка началась 26 сентября в 5 утра. Должна была начаться раньше, но в штабе рассчитывали переждать сильный шторм. Он едва стихал, а Анапа уже была освобождена, и нужно было срочно отрезать пути отхода противника в сторону Крыма. По другую сторону Бугасской косы должна была начаться высадка основных сил. К Благовещенской направили 800 человек, один батальон. Их разместили в буксируемых катерами баржах. Бойцы, они вспоминали следующее, что это было очень страшно и жестоко, потому что боты это где рыбацкие раньше, там рыбаки складывали рыбу. Так вот, в этих ботах солдаты стояли один к одному при полном боевом снаряжении. И когда за бортом они краешком глаза видели, как тонут их однополчане, потому что бот был подбит немцами, ни помочь, ничего, к сожалению, нельзя было сделать. И это такой тяжелый осадок был у ветеранов. Они все об этом вспоминали со слезами. Зинаида Цыбан пришла работать пионервожатой в местную школу в 1981 году и решила стать следопытом. Начала переписку с участниками той операции. В альбомах фотографии с встреч, которые проходили в станице. Ветеранов помогали размещать председатель сельсовета Тамара Панкова, секретарь Людмила Литик, а также директор совхоза Александр Коломойцев. Сегодня участников высадки уже нет, однако по-прежнему говорят их письма. Осколок попал в тело нашего Максима, и он вышел из строя. Нет времени дремать, а еще получил контузию и в правое плечо ранен. Максим – это пулемет, он как друг. Сначала про него, а потом уже и про себя. Пулеметчик Иван Потапов вспоминал, как бежал, маскируясь в пыли, которую оставлял танк, чтобы оказаться там, где был еще жив пулемет, но погиб расчет. Танк останавливался, я мог передохнуть для того, чтобы, опять же, нужно было тронуться из пыли, не выбиваться. И вот так сумел добежать до того пулемета. Оказался, пулеметчик погиб. Легкие пулеметные танки стали настоящим сюрпризом. Они небольшие и были удачно замаскированы под стоги сена. Но даже такая фактически устаревшая техника для людей, вооруженных винтовками, пулеметами и гранатами, была смертельно опасным противником. При этом боты штормом разбросало по береговой линии на 2 километра. Ударного кулака не получилось. Из первого бота, который оказался в самой гуще событий, в живых остались лишь трое. В целом потери были значительными. Погибли оба ротных, гвардии капитаны Павел Лобач и Василий Слесов. И громлю проклятого врага, освобождаю. Зачеркнуто. Название населенных пунктов вымарывала цензура. Это письмо Василий Слесов написал за 2 недели до высадки. По воспоминаниям бойцов, он был душой компании, играл на инструментах, пел. Это была обычная сухопутная пехота. На берегу они оказались после коротких тренировок. Тем не менее, поставленную задачу павшие и живые выполнили. Им противостояли преимущественно румынские войска. Примерно здесь, лиманом, пытались уйти остатки танковой части после того, как нанесли удар главные силы. Машины застревали, и ветераны вспоминали, как пытавшихся спастись румын брали в плен и заставляли стрелять в немцев. Земля, по которой проходила линия окопов, со временем сползла в лиман, но в станице есть улицы имени капитанов Лобача и Слесова, а центральная названа в честь Иркутско-Пинской дивизии, впоследствии Таманской. Уже традиционно 26 сентября у памятной стелы соберутся станичники.